Всем привет! Сегодня небольшой обзорчик вот такого вот персонажа. Серия у нас Ниндзяго. Моделька номер 153Е. Здесь у нас один персонаж. Моделька у нас китайская, то есть не леговская. В комплекте у нас получается 4 меча у него. Подставочка и сам человечек. Мечи. Два таких желтых и два черных. Также имеется вот такая вот подставочка, точнее держатель как бы, для двух мечей. Удобно, прикольно выглядит. Качество изготовления очень хорошее, если учесть, что это китайский вариант. Цена около доллара. Вещь, в принципе, неплохая. Ну и как все они собираются, разбираются, в принципе, стандартные, размеры у него стандартные. Ну, что порадовало, что все вот эти детальки достаточно плотно, хорошо держатся. Бывает, что купишь вот такое что-нибудь китайское, а оно не держится и разваливается. Или детали не входят, или наоборот болтается. Здесь же таких проблем нету. Все очень аккуратно, все красиво. Так что увидите такое, покупайте. Не знаю, ссылочка еще есть, нету. Быстро почему-то заметил леговское. Ну, типа подделки леговские. Быстро пропадают с продажи. То они есть, то не есть, то нету. И магазинчики быстро закрываются. Ну, не всегда, но бывает. Так что, если будут вопросы, задавайте. А так, спасибо за просмотр. Пока-пока.